На льду спортивно-культурного комплекса «Союз» команда «Бобры» принимает гостей «Эдельвейс» из Пензы. Это матч в рамках первенства Приволжского федерального округа среди детско-юношеских команд. Счет открыли хозяева площадки. Ответ от «Эдельвейса» не заставил себя ждать. Первый период завершился со счетом 1-1. Во втором игровом отрезке гости продолжили атаковать ворота «Бобров». За игрой, затаив дыхание, следили самые преданные болельщики – родители спортсменов. Они бурно и эмоционально реагировали на все происходящее на льду. Матчи в рамках первенства ПФО стартовали в прошлом году. Игры проходят на разных площадках. За победу в соревнованиях борются спортсмены 2009 года рождения из Саратова, Сарова, Пензы, Кузнецка, Йошкар-Алы и Заречного. Во встрече с «Эдельвейсом» преимущество было на стороне соперника. Тяжело, конечно. Вот. Мы вышли не собранные, и игра не пошла. Потом забили, расслабились, и нам забили много голов. Матч завершился со счетом 6-3. Впереди «Эдельвейс». Им просто удалось забить свои шайбы. Мы, конечно, в каких компонентах переигрывали, но у них вратарь хорошо сыграл, поймал свои шайбы. А нам не удалось, конечно, пропустить меньше и забить, соответственно, больше. Окружное первенство по хоккею продолжается. Планируется, что следующие матчи «Бобры» проведут на выезде в Нижегородской области, где сыграют с хоккейным клубом «Саров». Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».